गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णा भक्ताय तद्भक्ताय श्री नंदनंदनं वंदे राधिका चरणद्वयं गोपीजन समायुक्तं वृंदावन मनोहरं श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदस्य अद्वैत गदाधर शिवसदि हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामो हरे रामो 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 Итак, прежде всего, я предлагаю поклоны нашему Гуру Деву, Ом Вишнупадре Данте с вами, Шили Бхактивиданте Нарайане Госвами Махараджу, нашей Рупа Нугу Гуру Парампаре, всем преданным. Харе Кришна. Итак, несколько дней у нас не было лекций, была болезнь и так далее. Здесь был Джанмаштами, чудесный фестиваль. Вчера была Нандотсава, 113 подношений. И замечательная катха. Сейчас мы продолжаем 23-ю главу Джайва Дхармы. И тема «Нама-татва». По-моему, последняя лекция была немного оторвана, отрезана в конце, на моменте обсуждения Бхавы. Виджай Враджанатх. Враджанатх, он не уверен был, жениться ему или нет. И Гурудев порекомендовал ему грихастха ашрам, потому что Махапрабху 24 года провел в грихастха ашраме перед тем, как он оставил его. И многие спутники Махапрабху также были грихастхами. Тем временем Виджай, дядюшка, когда он сказал матери и бабушке, что Враджанатх женится, эти женщины почувствовали, что их жизнь увенчалась успехом. Он решил вернуться домой, но потом подумал, лучше остаться здесь и немного послушать еще про Нама-татву и Харинам. Виджай вернулся домой к Враджанатху и сказал, что хотел провести там еще несколько дней. С Враджанатхом он был очень счастлив, обсуждая Дасамула-татву. И тогда два вайшнава из Шри Сампрадай пришли. Они находились под одним из деревьев, недалеко от дома Враджанатхи. А мать Враджанатхи была очень гостеприимной женщиной, и она поприветствовала их. Она дала им все, что им было необходимо, овощи, рис и так далее. Она дала им все, чтобы саду могли себе приготовить. Когда Враджанатх и Виджай увидел эти умиротворенные лица последователей Шри Сампрадай, их тилок, они также очень привлеклись. И тогда Виджай и Враджанатх оба подошли к этим двум вайшнавам из Шри Сампрадай. Когда вайшнавы Шри Сампрадай увидели тилок на 12 частях тела Враджанатха и Виджая, они развернули свое покрывало и с радостью пригласили их сесть. Откуда вы пришли? Мы пришли из Айодхи. Это место рождения Господа Рамы. Недавно индийское правительство провозгласило, что они построят огромный храм в месте рождения Рамы. Раньше там был храм, но то есть сверху этого места рождения Рамы мусульмане построили свою мечеть. Великие новости сейчас, что теперь большой храм собираются возвести на этом самом месте. Саду сказали, что мы пришли из Айодхи, и мы также хотели посетить Майяпур. Майяпур — один из семи городов, который дает освобождение. Мы хотим также получить даршан Майяпур. Виджай Враджанатх сказал, да, это прекрасно, что вы пришли. Два саду были очень довольны, и они сказали,
Они произнесли этот стих из Бхагавад-гиты. Тот, кто приходит в мою обитель, говорит Кришна, уже никогда не возвращается. Майяпур — это личная обитель Кришны. Они стали обсуждать вайшнавы из Шри Сампрадай. Как обычно, свет выключили. Вайшнавы из Шри Сампрадай, они обсуждали Арта Панчака, то есть пять главных тем Свасварупа, то есть знание о собственной духовной сварупе, о собственном духовном положении, Парасварупа, то есть изначальное положение Верховного Господа, Упайасварупа. Упай — это средство, то есть какова природа преданности, с помощью чего можно обрести свободу из круговорота рождения и смерти, также цель према-бхакти и вироджи-сварупа, то есть это знание о том, что неблагоприятно для преданности то, что противоречит преданности. Когда они услышали это, Виджай в ответ на это объяснил Таттва-трая, то есть взаимоотношения между Бхагаваном, Дживой и Майей. Спустя какое-то время Виджая спросил, вы обсуждаете, как вы объясняете положение Намы, то есть положение святого имени в Шри Сампрадай? Когда Вайшнава и Шри Сампрадай объяснили что-то о Нама Таттве, Виджай и Враджанатх были не удовлетворены. Конечно, они ничего не сказали, но внутри им они не были очень довольны этим. И после этого Виджай и Враджанатх обсуждали что-то, и он сказал, «О, дядюшка, я обнаружил, очень долго размышляя об этом, что Джива не может обрести в этом мире ничего благоприятного, кроме, то есть помимо воспевания имен Кришны». Мы также слышали из уст Гурудева, что повторение имен Кришны — это самое наилучшее из всех составляющих бхакти. Говорится, что, повторяя имена Кришны, все другие 64 составляющие преданного служения естественным образом выполняются, потому что все это входит в имя. Среди всех составляющих преданного служения наивысшее — это повторение святых имен Кришны. Поэтому давай сегодня отправимся к Гурудеву и послушаем о Харинаме. Виджай и Враджанатх пришли в Шривасанган, Майяпур. Когда они добрались туда, уже стемнело и прозвучала Сандья Арати. Рагунатас Баба сидел под деревом Бакула и повторял Харинам на Мале. Это Санкапурва. Каждый день преданный обещает, что будет повторять определенное количество кругов, чтобы всегда держаться на этом уровне. Если человек не может закончить свои обещанные круги, считается, что такой человек находится у него болезненное существование, то есть он болен. Тот, кто читает меньше 32 кругов, говорил Гурудев, не является даже человеком. Те, кто приняли обет обречения, должны повторять как минимум 64 круга каждый день, потому что нет других обязательств. Но сколько бы вы ни повторяли, 16, 32 или 64, или даже больше, мы должны хранить свою санкапурвату, то есть каждый день повторять как минимум это количество кругов. Виджай Враджанатх сказал, пожалуйста, о Гурудев, дай нам наставление о Нама Таттве, о положении имени Кришны. Бабаджи сказал, он был очень счастлив это услышать. И он объяснил, у Бхагавана есть два вида имен. Гауна и Мукья. Гауна — это второстепенные. Те имена Бхагавана, которые связаны с положением Бхагавана как повелителя или творца этого мира, это второстепенные имена, потому что самая главная работа Бхагавана не заключается в том, чтобы творить этот мир, это лишь его второстепенное положение. Итак, вот такие имена, как Ишвара, Джаганнатх, Вишну, Карта,
Параматма. Все эти имена включены в категорию второстепенных. Они второстепенные, потому что они связаны с гунами материальной природы. Одну минуту, кто-то пришел. Кто-то пошел на крышу. Там мальчишка зашел на крышу. Я ему разрешил. Он там пускает змея. Если хочешь, можешь проверить, что он там делает. Он попросил разрешения. Я разрешил ему. Извините. Итак, все эти имена второстепенные. Потому что они связаны с гунами материальной природы. Но главные имена Бхагавана — это те имена, которые проявляются только в духовном мире, и они не связаны с этим миром. Они называются Мукьянам. Пример этих имен — это Нараяна Васудева, Ачюта, Говинда, Гопал и Рама. Все это главные имена, первостепенные. Все эти имена присутствуют в Бхагавадхаме, в духовном мире. И все эти имена едины с Сварупой Бхагавана. Нет разницы между этими именами и самим Бхагаваном. Итак, у Кришны есть две разновидности имен. Главные — второстепенные. Второстепенные — это имена Бхагавана, связанные с творением. А первостепенные, главные — это те имена, которые имеют связь только непосредственно с ним. У них нет связи с этим материальным миром. Поэтому главные имена не отличны от самого Кришны. У главных имен нет взаимосвязи с этим духовным миром, с этим материальным миром. И все энергии Кришны включены в его имена. Итак, эти имена также обладают всеми энергиями Кришны, потому что у Кришны всегда есть множество энергий. Эти имена нисходят на язык душ людей этого мира для того, чтобы разрушить иллюзию. Души этого мира не имеют других друзей, помимо имен Кришны. Поэтому в Брихатнарадия Пуране говорится следующее. В этот век Кали-юги нет иного пути для достижения совершенства, помимо повторения имен Кари, повторения имен Хари, повторения имен Хари. Вот почему три раза здесь повторяется. Если в Писаниях говорится что-то три раза, это означает, что это вне сомнения, несомненно, несомненно. Итак, эти имена Кришны обладают бесчисленными энергиями. У кого-то что-то обезьяна украла. Итак, эти имена Кришны не отличны от Него. Они обладают всеми энергиями Кришны. Вот почему вы можете увидеть, что в последующих нескольких страницах приводится очень много стихов. Шесть страниц стихов, которые описывают славу с имен Кришны. Тот, кто совершает киртану на Нараяне, все грехи уходят от него. Они разбегаются, как олень убегает от льва. Тот, кто повторяет Нараяна, Нараяна, все грехи разбегаются. А вот еще один стих из Сканда Пураны. Памятуя и воспевая имена Бхагавана, как Ананта, как Анантадев, все заболевания и всевозможные материальные страдания
также рассеиваются, разрушаются. Такой человек, кто повторяет эти имена, очищает и свою семью, и свое общество, и весь мир. Поэтому кажется, что преданные делают такую простую вещь, они повторяют святое имя, но это имя очищает все творение. Вот еще один стих из Брахманда Пураны. Даже если человек очень греховен, если он постоянно воспевает харинам, его сердце очищается. И он обретает статус брахмана, и он очищает весь мир. А вот еще один из Брихадвишну Пураны. Тот, кто посвятил свою жизнь воспеванию имен Хари, очень быстро освобождается от всего, от всех проблем, от всех несчастий и заболеваний. В следующей главе мы послушаем о том, что даже повторяя Намабас, то есть тень святого имени, можно освободиться от всех болезней. А вот из Брихаднарадия Пураны. Тот, кто повторяет эти имена, Хари, Кешава, Говинда, Васудев, в результате этот век Кали-юги не может никак помешать им или причинить какие-то беспокойства. Следующий стих. «Тот, кто просто слушает святое имя, даже если это жители ада, если они просто слушают эти имена, они могут обрести совершенство». Просто слушая святое имя, можно обрести освобождение, обрести Кришну. Если кто-то в момент смерти хотя бы по ошибке случайно произнесет это имя, например, если человек упал с крыши, или его укусит змея, или у него очень сильный жар, если в этом состоянии он повторит святое имя, он может обрести все совершенство. Почему же люди не повторяют эти святые имена? Вот это невероятно. Нет необходимости изучать риг, самые яджурведы. Просто повторяйте имена Говинда, Говинда. Здесь также говорится, что воспевание имен Вишну превосходит посещение миллионов и миллионов святых мест. Посещение всех святых мест, а также раздача пожертвований, равных миллионам гор золота. Все это невозможно сравнить даже с 1% результата повторения святых имен Говинды. В Скандапуране говорится, тот, кто повторяет Вишну, Вишну, с легкостью обуздывает свои 6 чувств. То есть чувство зрения, обоняния, осязания, а также ум. Тот, кто совместно с другими повторяет святые имена Кришны, с легкостью обуздывает все свои чувства и также обуздывает 6 своих врагов, таких как вожделение, гнев, гордость, безумие и иллюзия. И в конце концов такой человек обретает знание о Верховной Личности Бога. Здесь говорится, Сканда Пурана говорит, что раздача пожертвований дает очень много результатов. Аскетизм, посещение святых мест, поклонение полубогам, а также другие действия, которые уничтожают грехи, праясчита, проведение ашвамедха-яги, обучение, знания, медитации. Но все эти результаты очень легко достижимы, если кто-то просто повторяет имя Хари Хари. В Бхагавад-гите Кришна говорит, тот, кто повторяет святое имя, привлекает весь мир. Тот, кто повторяет Нараяна, Васудева, Джанардана, такой человек становится объектом поклонения всех и каждого в этих трех мирах. Так много раз это повторяется. Это прославление страницы за страницей. Нет никаких ограничений касательно времени, места и обстоятельств повторения святых имен Кришны. Это может делать любой в любом состоянии, независимо от того, чистый он или нечистый.
Харинам с легкостью дает освобождение тому, кто повторяет. Тот, кто желает этого. Даже самые большие грешники обретают верховное высшее совершенство, если повторяют имена Вишну. Это из Нанди Пураны. Здесь говорится, что воспевание святых имен Кришны — это самый легкий процесс, при помощи которого можно порадовать Верховного Господа. Кришна удовлетворен тем, кто повторяет имена Кришны, даже если он хочет есть или пить. Идам хи вихи мангалам этад хи данаджанам. Повторение имени Дамодара, Дамодара совершенно точно является причиной всего благоприятного. Это источник истинного богатства. Единственный смысл жизни — это повторять эти имена. Здесь говорится в Вайшнава Чинтамани, памятование о Вишну достигается лишь после того, как все грехи человека уничтожаются и спустя множество усилий. Но повторение святых имен превосходит памятование, потому что никаких усилий не нужно прилагать, и можно запросто достичь Верховного Господа, который проявляется на языке преданного. Как вы знаете, ум очень необуздан, но очень легко повторять Харе Кришна, Харе Кришна. Итак, одна страница за другой Бхактивинода Тхакур приводит множество примеров, цитирует. Результат, который можно обрести в Сатья-йогу при помощи медитации, в Трита-йогу при помощи огненных жертвоприношений, в Двапара-йогу поклонению божеству, при помощи поклонения божеству в храме, этот же результат очень легко достижим в Кали-йогу при помощи повторения святых имен Кришны. Очень много страниц здесь дается, и Виджай говорит, «Да, Гурудев, у нас очень глубокая вера, у нас вера в имена Кришны. Мы верим, что имя Кришны полностью духовно». Но у меня есть определенные сомнения. Если имя Кришны полностью духовно, то как же оно появляется в этом мире? Харе Кришна, как оно появляется на материальном языке? Кажется, что оно создано из материальных звуков. Кажется, что источником этого звука является это тело, этот язык. И как же при этом святое имя может быть свободно от всех этих дефектов? Вот такое у меня сомнение. Ведь этот язык также материален, как же имя Кришны может быть полностью духовно? Бабаджи Махарадж цитирует этот очень известный стих. Nitya Suda Puna Nitya Puna Sudo Nitya Mukta Abhinatva Nami Namina. Имя Кришны — это Чинтамани. Оно удовлетворяет все желания. Оно Чайтанья Раса Виграха. Оно не создано из инертных слогов. Имя Кришны обладает полным сознанием, как и сам Кришна. Это Раса Виграха. Это воплощение всего нектара и всей расы. Она завершенная, совершенная и вечно освобожденная. И нет разницы между именем Кришны и им самим. Имя Кришны и сам Кришна, они едины, они нематериальны. Имя Кришны обладает всеми качествами Кришны, 64 качествами Кришны. Имя Кришны — наивысшая абсолютная истина. У него нет связи с этим материальным миром. Этот мир находится под контролем саттва, раджа и тама гуны. Но имя Кришны не имеет контакта с этими тремя гунами. Имя Кришны — это и есть сам Кришна. Как же оно появляется на языке? Как же оно появляется в этом мире? Бабаджи говорит, имя Кришны не рождается в этом мире. Два дня назад был день рождения Кришны. И хотя у Кришны нет контакта с этим миром, все же он является источником этого мира. И у него есть способность войти в этот мир, не оскверняясь при этом и не соприкасаясь с материей. Поэтому имя Кришны и сам Кришна не отличны. Бабаджи Махарадж говорит, что осознающее, подобное искорке Джива,
квалифицирована повторять Шуданам, когда она осознает свою вечную духовную форму. Так как у Кришны вечная духовная форма, также и у индивидуальных душ есть вечная духовная форма, которая называется, иными словами, сварупа, то есть личная вечная форма. Имя Кришны никогда не является, именем Кришны не могут быть, источником имени Кришны не могут быть эти материальные чувства. Тот, кто повторяет имя Кришны, только духовный образ души, только язык и рот души могут повторять Шуданам, чистое святое имя. Мы повторяем, и мы думаем, что имя проявляется у нас на губах или у нас в уме, но это не может быть чистое имя. Однако невозможно повторять Харинаму при помощи материальных чувств, которых контролирует мама, майя. Когда Джива обретает милость Ладини Шакти, это Радика, тогда он начинает осознавать свою сварупу. Радика — это сварупа Шакти Кришны, та, кто проявляет сварупу Кришны. Например, если среди ночи в моей комнате все есть, там тут и кресло, и компьютер, и кровать, все есть в моей комнате, но нет света, поэтому я не могу увидеть ничего, хотя все здесь есть. Но когда мы включаем свет, мы можем увидеть все, и все на своем месте, где оно и было. И так имя Кришны освещает образ Кришны, его качества и его игры. И вот эту энергию называют сварупа Шакти или Радика. Когда Радика дает милость, мы принимаем прибежище у Гурудева. Мы служим вайшнавам, мы соблюдаем святые священные дни, такие как Джанмаштами и Кадыши. Мы приходим на арати, мы повторяем святые имена, мы совершаем парикраму, мы служим Туласи, мы предлагаем Кришне подношения, а затем едим остатки его пищи. Благодаря этому мы очищаемся и привлекаем милость Радики. И когда Радарани, сварупа Шакти, дает эту милость, тогда мы, наконец, можем осознать наше собственное вечное имя. Все это обсуждалось в последних главах, что у души есть вечное имя, вечные взаимоотношения и вечное место жительства и сева, вечное одеяние и вечное настроение. Это называется сварупа. Бабаджи говорит, когда Джива обретает милость Ладини Шакти, то начинается процесс осознавания его сварупы. И тогда в этот же момент на языке появляется Шуданам. То, что мы повторяем сейчас, без взаимоотношений, без знаний о наших собственных взаимоотношениях с Кришной, это не Шуданам, это Намапарадха или Намабас. И мы опишем это в следующих главах. Поэтому нам предстоит тяжелая работа, чтобы освободиться от всевозможных аппаратов, даже от намабаса, и начать повторять святые имена Кришны. Когда Шуданама появляется на губах и языке сварупы, тогда имя Кришны начинает проявлять себя. Это означает, что Кришна проявляет себя через повторение святого имени. Тогда Кришна нисходит на ментальную платформу. Мы это уже описывали в прошлой главе. На этой стадии, когда преданный начинает что-то осознавать, это асакти. Существует 8 стадий преданного служения. Сейчас мы на самой первой стадии, мы пытаемся развить веру. Так или иначе, мы соприкоснулись с саду, с вайшнавами, с преданными, мы слушаем от них. Мы слушаем о славе Кришны Бхакти, об имени Кришны, его качествах, его играх, его образе. И удачливая душа развивает здесь веру, адаушрадха. Итак, сначала все начинается с общения с саду, затем приходит развитие веры. И в этот момент, когда у человека уже есть вера, он вновь общается с саду, но уже с верой. Он начинает думать, я должен следовать тому, что говорит саду. Это называется баджана крит, третий уровень. Принимая дикшу у Гурудева, принимая посвящение, преданный начинает совершать составляющие преданного служения, и тогда все нежелательное постепенно разрушается, и это называется анартха невритти. Садака, практикующий, приходит на уровень ништхи, устойчивого преданного служения. Ништха — это означает, что
Когда мы повторим Святое Имя, сонливость уже не приходит к нам, и ум наш не отвлекается, нет викшепы, и гнев или вожделение не имеют больше над нами власти. Преданный освобождается от шести уровней неустойчивого преданного служения, таких как Гьянатара, Юдавикалпа и так далее. И он приходит на уровень Ручи или вкуса. И очень долгое время, воспевая со вкусом, с Ручи, он приходит на уровень Асакти. Зрелая стадия Асакти — это привязанность к Кришне. И тогда он может осознать свою сварупу. Бабаджи Махарадж говорит об этом уровне еще до достижения Бава Бхакти. Харинам — это не какие-то буквы. Он проявляется сначала в духовных чувствах преданного, затем танцует на языке, потому что это тело также одухотворяется, когда мы совершаем преданное служение, подобно тому, как железо накаляется в огне. И тогда Кришна проявляется в образе этих слогов, и это секрет имени Кришны. Какое имя самое сладостное из всех главных имен? Тот, кто повторяет имя Вишну, получает результат изучения всех ведических писаний. Тот, кто повторяет имя Вишну, получает результат изучения всех вед. Тот, кто повторяет тысячу имен Вишну, он получает такой же результат, как тот, кто повторяет одно имя Рамы. Тот, кто повторяет имя Кришны, получает результат 3000, повторение 3000 имен Вишну. Тот, кто повторяет имя Рамы три раза, Рам, 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 это повторение, это равно повторению 3000 имен Ришны, тот же Вишну, и тот же самый результат получает тот, кто повторяет имя Кришны один раз. Поэтому имя Кришны совершенно точно является наивысшим среди всех главных имен. Вот почему эта мантра. Господь Чайтанья дал эти имена. Повторяйте их. Всегда повторяйте и всегда считайте свои круги этой махамантры. Господь Чайтанья приказал. Всегда повторяйте эту махамантру. Виджай спросил, каков процесс харинама саданы? Бабаджи сказал, необходимо постоянно повторять харинам на Туласи Мале. Почему Туласи очень дорога Кришне? Кто касается Туласи, также становится дорог Кришне. Если у кого-то нет малы, то можно читать на пальцах, как Чайтанья Махапрабху в основном он считал на пальцах. Зачем нужно считать, сколько мы имен повторяем? Для того, чтобы практикующий понял, что происходит с его преданностью Кришне, она усиливается или, наоборот, ослабевает. Когда человек повторяет Святое Имя, он всегда должен понимать, что имя Кришны не отлично от самого Кришны. Вот почему Рупа Госвами дает следующий совет. Каждый день необходимо регулярно повторять Святое Имя. Если человек хочет быть здоровым и накачать мускулы, ему недостаточно ходить раз в месяц в тренажерный зал. Необходимо ходить каждый день. И точно так же практикующий должен повторять каждый день с большой любовью. Адара, то есть с уважением, а не просто вот так закончили. Нет. Нужно повторять с любовью. Тот, кто повторяет с любовью, каждый день установленное число кругов очень быстро может осознать Кришну.
Виджай спросил у Гурудев, ты объяснил 64 составляющих преданного служения, но повторение святых имен — это всего лишь одно из составляющих. Как же у человека может быть время на все остальные? Это нетрудно, сказал Бабаджи Махарадж. 64 составляющих преданного служения включены в первые 9. А эти 9 составляющих, их можно практиковать где угодно. Тот, кто повторяет святое имя, другие 8 составляющих преданного служения уже включены, уже входят в повторение святых имен. Необходимо повторять перед божествами, памятовать о божествах и воспевать. Гур Говинда Махарадж говорил своим ученикам, повторяйте перед божествами или перед изображением божеств, и тогда ваш ум не будет бродить по разным местам. Во время киртана, повторения святых имен Кришны, все другие составляющие преданного служения присутствуют там, хотя это, может быть, и не очевидно. У нас должна быть, по крайней мере, такая вера. Почему у нас есть время на все другие вещи? У нас всегда есть время накормить детей, у нас всегда есть время поесть, сходить в туалет и так далее. У нас всегда есть время на эти вещи. У нас есть время поговорить с женой, с детьми, но как, почему же у нас никогда нет времени на имена Кришны? Бабаджи говорит, необходимо постоянно совершать намасад киртану. Поэтому, что бы вы ни делали, сидите ли вы, стоите, едите или работаете, всегда нужно повторять святое имя. Конечно, мы не можем повторять святое имя, когда мы спим, но во всех остальных состояниях мы можем это делать, и это называется постоянное намасад киртана. Бабаджи сказал, что есть 3 вида преданности — уттама, мадьяма и каништха. Чайтанья Махапрабху дал наставление преданным кулинограмм. В разных случаях они спрашивали, кто такой вайшнав. И Господь Чайтанья объяснил уттама адикари, мадьяма адикари и каништха адикари, преданные наивысшего уровня, преданные среднего уровня и каништха, то есть начинающий преданный. Любой, кто повторяет имена Кришны хотя бы однажды, это начинающие преданные. Тот, кто постоянно повторяет имя Кришны, это преданные среднего класса. И если вы увидите их и сами начнете повторять имена Кришны, то это уттама, это наивысший преданный. Пожалуйста, расскажи нам что-то еще, что мы можем знать, должны знать об имени Кришны. Бабаджи Махарадж ответил, Шуданама — это чистое имя Кришны. Это то имя, которое повторяется с полной и неделимой шрадхой, верой. Все, кроме этого, известно как Намапарадха и Намабас. А как мы узнаем, если мы будем повторять чистое имя Кришны? Когда вы повторяете имя Кришны, немедленно он появляется перед вашим взором. Это доказательство того, что вы повторили чистое святое имя, а все остальное является либо Намаабасом, либо Намаапарадхой. Виджай спросил, является ли Харинам целью или практикой? Или это средство? Бабаджи Махарадж сказал, поначалу Харинам может казаться практикой, то есть средством, как я могу достичь Кришну, воспевая его имена. Но когда человек получает Бхава Бхакти, Према Бхакти, то само имя становится целью, потому что имя Кришны и сам Кришна не отличны. Вот почему имя Кришны проявляет форму Кришны, качество Кришны, спутников Кришны, даму Кришны и игры Кришны. Имя проявляет все эти вещи. Как преданные совершают смарана, памятование, просто повторяют это имя. Естественным образом имя дает им все эти воспоминания. Вначале имя кажется процессом, но на уровне совершенства само имя по себе становится целью. Как это чудесно. В начале Джайвадхармы мы обсуждали все эти вещи. Бхакти является и процессом, и целью одновременно.
Даже совершенно освобожденные души повторяют имя Кришны. Например, Радарани. Конечно, она не душа, но все же, что является жизнью и душой Радарани? Это Харе Кришна, Харе Кришна. Нарада, Хануман, Шива, Брахма, Прахлад, Бали, четыре кумара, все гопы и гопи. Что является их жизнью и душой? Итак, все души, которые обретают совершенство, всегда находятся под руководством имени Кришны. Повторение святого имени предназначено и для совершенных душ, и для несовершенных душ. Прикуру Махарадж говорил, что имя для всех, от самых высших, то есть от самой Радарани, и до самых низших. Святое имя для всех и для каждого. На уровне садханы это кажется практикой. Как мне получить Кришну? Повтори Харе Кришна. На уровне бхавы и према святое имя становится объектом. Имя Кришны проявляет Кришну. Имя Кришны и есть Кришна. Реализация садхаки и насколько имя раскрывает себя, зависит от преданности этого преданного. Конечно, Хадивкари понимает имя одним образом, Мати Мадикари другим, а Утта Мадикари понимает имя Кришны еще как-то по-другому. Итак, имя бесконечно. Имя всегда расширяется, потому что имя Кришны — это сам Кришна, даже красота Кришны. Каждый момент она усиливается, хотя его красота совершенна, она завершена сама в себе, но уже некуда ей расти, но все же красота Кришны, его сладость, его качество, его лилы всегда расширяются и усиливаются каждую секунду и каждую минуту. Преданные повторяют святое имя, испытывает все это имя Кришны, всегда чисто, всегда свежее и новое. Всегда, каждый раз она дает новые вкусы, новое разнообразие. Не так, как в этом мире. В этом мире мы получаем что-то новое, но через несколько минут или несколько часов, или несколько лет постепенно это становится источником боли. Если вы находите, встречаете девушку, она дает тебе счастье поначалу, но потом она становится источником страданий, когда дети рождаются. Сначала мы так счастливы, но потом и это дает нам страдания. Деньги нам мы получаем, сначала мы счастливы, но потом страдания. Где же хранить эти деньги? И когда мы теряем их, то это тоже превращается в боль и страдания. Поэтому все в этом мире, поскольку по своей природе, поскольку по своей природе все это материально и инертно, не может дать счастья души, но имя Кришны не такое, Бхакти Деви не такая. Сколько раз мы уже проводили Чанмаштами? Вчера мы говорили, о, Диди, этот Чанмаштами был самый лучший, и прасад, и украшение, и катха, все было самое лучшее. Это было самое лучшее Чанмаштами. У нас в жизни никогда не было Чанмаштами лучше. Все фестивали Кришны такие. Преданность Кришны, она такая, она всегда свежая и новая. Поэтому имя Кришны, по крайней мере, мы должны в своей практике это ощущать. Я повторяю святые имена, я никогда не повторял. Оно никогда не давало мне столько счастья, как в эту неделю. Я никогда не был настолько... Я никогда не был настолько организованным в повторении своего святого имени, как в эту неделю. И мы все должны чувствовать, что моя погруженность в святое имя всегда усиливается. Когда Гурудев впервые приехал на Запад, Гурудев сказал, что Бхакти движется, как река. Преданность всегда должна усиливаться, нарастать. Если вода долго стоит на одном месте, она сгнивает, и там очень много комаров и лягушек заводится. Но для того, чтобы развиваться, нам необходимо общаться с преданными, которые выше нас, более возвышенные.
Если мы будем общаться с преданными, которые выше нас, которые с любовью относятся к нам, и в такой же линии, как и мы, то тогда наша преданность будет расти. Если мы не можем всегда быть в таком общении, то мы всегда должны памятовать об этих саду. Если мы всегда памятуем о них, то это даст нам также то вдохновение, которое нам нужно. Мы забываем о саду. Это наша проблема. Когда мы с ними, мы говорим, но когда мы уходим, уезжаем, мы забываем о садху, и наша бхакти высыхает. Не забывайте, его лотосные стопы как лотос, а ученик подобен шмелю. Шмель, пчела, всегда памятуют о лотосе, всегда соприкасаются с лотосом и всегда вкушают нектар из лотоса. И тогда эта пчела всегда испытывает счастье и вдохновение. Но проблема — мы совершаем апарадхи, мы делаем что-то против преданного служения и стандартов преданного служения, и тогда этот лотос закрывается, и мы разлучаемся с Гурудевом, мы разлучаемся с бхакти. Многие преданные пытаются обмануть сами себя. Нет, я всегда памятую о Гурудеве, но они никогда не повторяют Гаятри и Харинам. Они просто обманывают сами себя, просто обманывают. Если мы действительно в контакте с Гурудевом, то наша практика также будет очень сильной, и она будет давать нам очень много вкуса и реализации. Мы будем слушать все это. Есть ли разница между именем Кришны и самим Кришной? Его сварупой Бабаджи говорит, нет разницы между воспеванием имен Кришны и осознанием Кришны. Но нам следует знать, что имя Кришны более доброе, чем сам Кришна. Если вы повторяете святое имя Кришны, вы должны понимать, что является оскорблением имени Кришны. Конечно, мы не воспеваем чистое имя Кришны, Шуданама. Гауранга болита хабе пулака шарира. Когда мы воспеваем имя Кришны, наши волосы не встают дыбом, и голос не прерывается, а слезы не текут из глаз. Иными словами, мы не видим Кришну, его спутников. Мы не видим, как его Дхама Вриндавана проявляется перед глазами. Это означает, что мы не повторяем Шуданаму, чистое святое имя. Так что же мы повторяем? Что же является препятствием к нашей реализации имени Кришны? Это намапарадха. Это оскорбление имени Кришны. И сейчас мы послушаем... Нет, в 24 главе мы послушаем все об этих оскорблениях, о намапарадхе. Необходимо понять, что является оскорблением имени Кришны. То есть, иными словами, простыми словами, это препятствие к повторению святых имен Кришны. Итак, в воскресенье я расскажу о 24 о намапарадхах. Мы очень замечательно провели Джанмаштами. Шукадев Госвами не рассказывал Парикшиту Махараджу прямыми словами, что Кришна родился во Вриндаване, потому что Шукадев Госвами, он всегда говорит таким образом, чтобы усилить вкус и привязанность слушателя. У рассказчика есть ответственность. Он должен говорить таким образом, чтобы усилить вкус аудитории. Парикшит Махарадж, его матерью была Утра Деви, а Утра Деви была женой Абиманью. Абиманью — это сын Арджуны Субадры. И таким образом Парикшит Махарадж понял, Кришна также явился в династии Яду, Яду Махараджа, и я в династии Яду, и у Кришны есть взаимоотношения со мной. Это Ништха Парикшита Махарадж, и это его ручи. Поэтому Шукадев Госвами не говорил открыто в Бхагаватам, что Кришна является непосредственно сыном Нанды и Ешоды. Но он говорил это косвенно, для того, чтобы усилить счастье Парикшита Махараджа. Но те, у кого есть чувство и понимание, что действительно Ядунандана Кришна и Дворака Диш Кришна — это один Кришна, он — проявление изначального Кришны, который во Вриндаване. Такой человек никогда не будет думать ничего другого, кроме как что Кришна — это действительно сын Нанды и Ешоды. Поэтому в 10-й песне, в
пятой главе описывается, что Яшода рождает двух детей, мальчика и девочку, но Яшода была без сознания. Благодаря влиянию йога майи, она поняла, что она родила девочку, но она не могла понять, одного или двух, мальчика или девочку. Поэтому Васудева пришел из Матхуры, Кришна уже появился из чрева Деваки в Матхуре, он уже принял образ четырехрукого Вишну. И тогда, услышав молитвы Деваки и Васудева, пришел в образе, схожем с маленьким ребенком, и он, Васудева, перенес этого ребенка в Гокулу. Яшода родила двух детей, но она не знала, и благодаря влиянию йога майи, Васудев также не увидел двух детей, он только увидел девочку йога майи. Поэтому он, Ямала Пурана описывает, он положил Васудева Кришну, и этот Васудева Кришна слился с изначальной формой Кришны, Яшода Нандана. Но Васудева не смог этого понять, и вместо этого он взял девочку, но не изначальную девочку, потому что изначальная девочка не покидает Вриндаван, она исчезла. И он взял это внешнее проявление девочки, Махамаю, и вернул ее в Матхуру. Вот почему Васудева думал, мой сын Кришна там, как сын Нанды и Яшоды. Йога майя устроила для него все эти чувства, но мама Яшода, она была без сознания, и вся Гокула была без сознания. Поэтому утром, когда они проснулись, Яшода поняла, этот мальчик — это мой ребенок. Кришна родился в полночь, но только утром все в Раджаваси осознали, что Яшода родила. Вчера Махарадж объяснил, что обычно ребенок появляется через 9 месяцев, но Кришна родился на 8 месяц. То есть Камса Махарадж поэтому не ожидал такого раннего появления Кришны, потому что он родился на месяц раньше. Когда все в Раджаваси увидели, спустя много лет, наконец-то, у Нанды и Яшоды ребенок. Как же они были счастливы. И Шукадев Госвами в своем экстазе, он открыто описывает это в пятой главе 10-й песни Бхагават Пурана. Нандасту утпан атмаджат джатак карма мана махамана. Махамана. Сердце Нандава было очень щедрое, очень большое, поэтому он совершил джата-карму, то есть он перерезал пуповину, он раздал 2 миллиона коров в качестве пожертвований. То есть не просто он сказал «Упанатмаджа», то есть Нандабаба провел церемонию рождения собственного сына. Так Шукадев Госвами дает непосредственное понимание, что Кришна — вечный сын Нанды и Яшоды. Вот это чувство, что Кришна — ребенок Васудевы, это только теория. Бхагаватам описывает все эти вещи, но скрытым образом. Как мы это поймем? Только если мы получим общение, если у нас будет общение с вайшнавами, мы должны слушать Бхагаватам в общении с ними, иначе мы всегда будем заблуждаться. Бхагаватам — это Махини Сварупа, как Махини Бхагаван. Она взяла нектар и раздала полубогам, и обманула демонов, не дала им нектара. И точно так же Бхагаватам такое. Если мы не слушаем Бхагаватам под руководством вайшнавов, то мы всегда будем в заблуждении и будем обмануты. Итак, завтра суббота, а в воскресенье мы продолжим. Мы будем обсуждать главу 24 Нама Апарадха. Извините, пожалуйста, в последний месяц лекции были не очень регулярными, но теперь мы попытаемся вернуться к регулярности. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nitai Gora Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nitai Gora Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Jai Jai Sri Radhe.